В Тбилиси 3 июля начинается фестиваль Тбилиси Open Air. На открытии этого долгожданного музыкального события перед зрителями вместе с другими группами выступят известные российские исполнители Земфира и Борис Гребенщиков со своей группой «Аквариум». Перед началом фестиваля поэт и музыкант ответил на вопросы грузинских журналистов, заметив, что ему в Грузии настолько нравится, что он бы тут с радостью жил. Мне все нравится, потому что я в своем себе жил. Последовал по примеру нашего собрата Жени Федорова и переехал бы сюда, но, к сожалению, дела меня не отпустят. Отвечая на вопрос корреспондента «Новости Грузии» о том, какой певец считает грузинскую публику, Гребенщиков назвал ее интеллигентной и душевной. Очень любящий, очень интеллигентный. Это мое ощущение. Я не шучу и не говорю комплименты. Знаете, тут важен не интеллект, тут важна душа. Фестиваль «Тбилиси Open Air», уже ставший традиционным, обещает стать самым грандиозным за всю его историю, начиная с 2009 года. В этом году в фестивале примут участие более 70 артистов, среди них «Плацебо», «Аркайв», «Бэд Харт», «Блэк Лейбл Сосайти», «Аквариум» и «Земфира». Это хедлайнеры, которые будут закрывать главную сцену каждого дня. Также активное участие в фестивале примут грузинские артисты. Выступления будут проходить круглосуточно на трех сценах в режиме нон-стоп. Желающим попасть на фестиваль организаторы обещают бесплатный транспорт. Что касается территории, то фестиваль пройдет в новом городке у Тбилисского моря. Мы специально назначили рейсы. От метро Варкетили каждые 10 минут гостей обслужит бесплатный автобус. Более подробную информацию о транспорте, билетах и правилах поведения можно узнать на нашем сайте www.tbilisiopenair.gr. Тбилиси Open Air 2015 будет проходить в режиме нон-стоп на нескольких сценах. Ожидается, что его посетят десятки тысяч зрителей.